нас тут переезд. Да, продаю горшки для цветов. Все 4 штуки за 2000. Вообще, куда дешевле. Если бы я увлекалась садоводством, я бы увидела такую цену, я бы сразу подбежала. Собрали чемоданы на неделю. Остальное потом заберем. Да, вообще переворот. Че, пойдем, Дайсу, одевайся. Да, сейчас закину это объявление и пойдем. Ой, уже басхабри, уже зватер. Я продаю горшки для цветов. Уже 2 покупателя. Носятся по цветам, по горшкам, по выращиванию чего-либо. Поэтому это было предсказуемо, что его быстро заберут. Тем более за такую цену, за 2000. Токи. Да. Что делаешь? Мы пришли выбрать переходник. Переходник. Да. Чтобы скидывать с этой вот камеры все на мой MacBook. И взяли энергетика для зайца. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you. Ну что, все. Чемик 1 и чемик 2 сейчас в пути. Спускаются. Слышу звуки. Че, погнали. Как ты говоришь, здесь очень много дедов. Че, вокруг очень много пожилых людей здесь скорее. Постоянно, всегда. В какой день не выйди на улицу, всегда есть старики. Да, и куда они идут все? Постоянно куда-то идут, встают на пути, как будто вот-вот упадут на дороге, блин. И тут у них сейчас какая-то туса развернулась прямо перед метро. Да, и вот прям пройдешь, блин. Видела видос, который я сейчас скидывал? Нет. В ТикТоке. Короче, там баба такая берет сумку, толкает и ставит ее вот так. Берет другую сумку, а эта сумка уезжает, катится в гусь, там женщина сбивает. Четыре эскалатора с 4 сторон и ни одного идущего вниз. Все идут наверх. Чемоданы загружены, билеты на руках. Все, едем дальше. Какое место? Какое хочешь. Давай недалеко сюда плывем. Не выкачивало. Кстати, на той стороне бит лучше. Да? Пойдет она сюда? Вот, находишь. Угу. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Да, все горы в деревьях. Вообще нет голого места. Вот, пожалуйста, рис растет. Это почему так интересно? Почему очень много деревьев? Потому что они пробивают горы насквозь. Дорогу легче сделать насквозь, чем по горам. Поэтому очень много туннелей в Корее. И они очень длинные. Некоторые могут там 10 минутами проезжаться. А я и не знаю. Очень моя интересная информация. Да, у нас же такие высокие горы. Приехали в этот городок. Мне плохо, меня тошнит. Я тоже укачала. Вдоль высажены сакуры. Непонятно, то ли они уже цвели, то ли они еще не расцвели. Мне кажется, цвели уже. Ну все, ждем машину. Что мы заселились в отель. Зак, посмотри наверх.
Там небо. Да. Комната 2 на 2. Полноценная двушка. Да, столик. Смотри. Со стульями. Вот я. Зеркало. Вот тебе зеркало. Да. Огромное зеркало. Ну, это квартира на один день. А вот она. Мы недооценивали этот мотель. Все казалось бы такое вообще убитое. Вот регулировка. Ага. Кровать с подогревом. Как понизить. Ну я сижу, чувствую что-то как-то жарко. А полы? А ты же говоришь еще тепло. А я пополам хожу и думаю, ну вроде полы не горячие. А это отсюда из матраса тепло идет. Офигеть. Нормально. Мы переехали. Огромная, красивая, просторная, светлая, свежая, но относительно других квартир. Спустя две ночи в мотеле мы переехали, сняли квартиру, сходили в агентство недвижимости. Приехали, посмотрели, все круто, мне сразу все понравилось, тебе тоже все понравилось, и мы ее сразу же сняли. Вот вещи все будем перевозить завтра. Везде просят, если девушка есть, на 50 тысяч больше мотель. Здесь в мотелях просят на 50 тысяч больше, потому что девушки тратят много воды, они говорят. И если парень заселяется с девушкой, то на 50 тысяч больше надо платить. Так тупо. Да? Очень. Вообще. Учитывая то, что я больше воды трачу. Ну. Вот. Сейчас мы сегодня отмывали эту квартиру, отмыли шкафы, полы, все полочки. Все чисто, сверкает, все супер. И завтра съездим домой, привезем все вещи, в воскресенье наводить порядок. Едем в Тегу. Привет, я пришел за детским. Ага. Никогда он никогда не был таким сексуальным, как сейчас. Яблочко где? В рюкзаке? Нормально. Я его помою сейчас. Это наш подъезд. Здесь еще несколько дверей. Здесь есть такая картина, и картины здесь есть на каждом этаже. Наверху одна квартира, скорее всего, это квартира хозяина всего дома. Вот такой вид. И сакура здесь только цветет. Все в сакуре. Вот там мусорка. Здесь, походу, сортируют мусор, и это вообще супер, будем тоже сортировать. Почти дошли до бас-терминала, и вот тут очень красиво цветет сакура. Мост, водичка, и много-много сакуры. Красота. Вот как раз, когда мы приехали, я задавалась вопросом, это они отцветают или расцветают, и я думала, скорее всего, отцветают. Час езды от Тегу. А оказалось, нет. Девочка села на краю, смотри, прям. Ага, блин, офигеть. А то нас рядом, не степло. Вот он, сакура. Как раз вот самый пик, они прям пышные. У тебя кепочка под цвет сакуры, да? Спокойный город, мне нравится. Районы спальные. День переезда с Тегу. Мы собрали все вещи, сейчас выносим мусор. Просто огромные мешки мусора. И идем сейчас в магазин, чтобы сдать вот эти вот монетки. Тут их очень много. Одежду всю забрали. Да? Давай сиюшку сначала. Попробуем. Наша чё? Мелочь нахрен никому не нужна. Зашли в супермаркет, сказали нет, спасибо. Даже даром не нужна. Прикинь, мелочь.
Настолько. Здесь, наверное, косарей 10, бля. Думаешь? Ну, пятеро точно, наверное, есть. Мы вот тогда примерно по весу сравнивали. Может, десятка должна выйти. Да. Если не больше. Я видел, люди мешками собирали, там у них куча выходила, полтинника не забирали. Ну, где найти этот аппарат, чтобы сдавать мелочи? Да, капец. Надо сейчас погуглить. У агента можно спросить. Да, давай спросим. У нас еще есть время. Может, ему и отдадим. Угу. Разберется. Окей, погнали домой. You don't love me. Приехали, весь наш хлам. Меня сними. У меня есть пиво персиковое. И я сейчас буду его пробовать и скажу, как оно на вкус. Поставим камеру сюда. Пахнет вкусно, как сок. Прям персик. Это прям сок персиковый. Все, что у них с персиком, вот такого вкуса. В которое добавили алкоголь. Но что-то не очень. Мне кажется, не нравится пиво со всякими вкусами. Может, и персик не нравится? Так. Ну и персик, я не в восторге. Алкоголь, он есть, немного чувствуется, но не навязчиво. Просто персик не мой вкус, надо другое что-то брать. Это до. Полнейший бардак. На сегодня, уже сегодня здесь будет все чики-пуки. Надо будет вот так сделать, знаешь, щелчком. Ну, конечно, не супер порядок. Но уже примерно все по местам разложено. Классный большой шкаф. Чуть-чуть заедает. Бардак. Кухня. Это кухня. Здесь я готовлю, здесь я храню еду, здесь душевая. А, давай вот так. Я такая делаю вот так, и сюда вставлю вот такую штуку, которая приносится. Хорошо. Со звуком вжух. Да. Давай. Здесь кухня. Здесь хранилище для обуви. Здесь балкон. Здесь стиралка, которая шумит просто адски. Здесь висят чьи-то розовые носочки. Здесь двор. Кто-то паркуется. Тут завод опалубок. Горы. Правда, их не четко видно сейчас. А вообще ничего не видно, да? Судя по этому экранчику. Я хотела еще дом снаружи снять, но так и не сделала. Когда выйдем, можешь снять. Да, кстати. Шкафчик. Здесь огромный шкафчик. Весь хлам мы сюда спрятали. Позер. Все. Теперь живем, кайфуем в нашем новом доме.